Ну, ребята, я вам такую новость принесла. Мне вообще сногсшибательную. Уважаемый Цукерберг, основатель всем известной компании Facebook, заявил, что скоро Facebook будет платным. И стоить это будет, блин, почти $3. Вы вообще себе это представляете? Он говорит, если я цену не поставлю, Facebook вообще закроется. Ребята, это же безобразие. Я не знаю, кто из вас будет платить $3, вау, месячную плату. Но Цукербергу мало того, что он имеет, он хочет еще денег. Это какое предупреждение о платности Facebook? 3101? Неужели сделает? Неужели сделает?